Ребята, мусора за мной приехали, пиздец. Шок, Даню Кашну забрали мусора. Да эти мусора, да, вообще, я преступник, нахуй. Блин, вон они за окном сидят. Слышите, едут? Один уже вот под окном стоит, вон я вижу. А второй уже этот, ну там. Блять, я эпилепсик. Ты эпилепсик? Ща намутим тебе эпилепсик, бля. Я чувствую, как у него пена изо рта идет. Дань, хватит пиздострадать из-за микрофона. У меня тут тоже пиздос произошел. Слухай, две мои коллеги Лупа и Пупа пошли в бухгалтерию получать зарплату. И так вышло, что Лупа получила за Пупу, а Пупа за Лупу. Это совсем не заебок, чуть не убил. А, за Лупу, да? Блин, чувак, очень смешно. Я понял. За Лупа, типа. Пиздец. Очень смешно, реально. Я такой сначала сижу, думаю, не смешно, а потом понял, что ну реально смешно. У тебя получилось меня рассмешнить? Да, любишь, когда к тебе подходит фотографировать. Просто если тебя увижу, такого не будет. Что мне делать? Будет ли тебе приятно? Да. Ты на концерте встретил предателя изменщика. Да. Кота Мурзилку. Да. Я встретил на концерте кота Мурзилку и въебал ему. Я такой, ты мне изменяешь? Он такой, нет. Я ему как, на, как треснул, блять, в ебло, нахуй, в ебучку, блять. Разбил, нахуй. Вот. Потом так сделал, его через себя хуяк перевернул, блять, со сцены, нахуй. Он как полетел, блять. Летел вон дотуда, нахуй, видишь? Вон дотуда, ты нахуй. Еще сотку. Спасибо. Мне не жалко. Спасибо. Все равно папа-космонавт, он не узнает. Ссылка удалена. Эти мама так сказала, блять? Самое смешное, когда узнают, типа, в разных местах таких, знаешь, где не ожидаешь. Я помню, приезжаю в новую хату, и меня ждет, типа, чувак, ну, хозяин квартиры. Я выхожу из такси, ко мне подходит чувак такой, о, ты Даня! Можешь расписаться, ссылка удалена. Могу. И ко мне подходит чувак такой, о, ты Даня, я говорю, я. Он такой, давай сфотографируемся, я говорю, давай. Он со мной фотографируется, я такой думаю, бля, типа, я около новой квартиры, не хочу, чтобы он видел. И я, короче, захожу в арку. Иду вперед, и выходит хозяин квартиры, такой, о, Данила, а я вас ищу, пойдемте в вашу квартиру новую смотреть. Я такой, думаю, человек заболел раком, как к***ня. Чё, как жизнь? Сижу, значит, на твоём стриме. Сеус тоже донатил, ясно. Нахуй реклама. И пишут, стань богом секса. Крем для увеличения члена. Это да. Тебе или нет? Не, мне? У меня, блядь, такая хуяка, нахуй, что ты посмотришь на мою хуяку и на свою пипендрюму, на свой болтик, нахуй. Гаечку свою, блядь. И поймешь, нахуй, что мазь нужна тебе. Тебе, блядь, понял? Да кто рыгает, блядь? Я вообще-то стримлю, совесть имейте. На... Блядь, дебилы там рыгают. И он тут сидит, друг у меня, да? У меня их много друзей. Очень много друзей, вообще. Я типа серьезно, я такой сижу, думаю, нихуя у меня друзей. Вот. Сижу я на толчке как-то курю, да, сигу? И в щель, которая образовалась между моим хуем и ободком, я решил бросить свой бычок. Я, короче, так курю, бросаю бычок. Он, короче, летит, бля. Сейчас покажу на голубом карандашике. Вот, короче, я такой курю. Да? Но это голубой карандашик. Вы что, дебилы, это не сига. Ну просто представьте, что это сига. И он летит вот так вот, короче. Ударяется, блядь, фильтром об ободок. И угольком мне прям в хуй. И ты рассказывал, не рассказывал я никогда вообще-то, никто эту историю не знает. И мне прям в хуй, блядь, неделю не мог трусы носить, бля, обидно. А нужно минуту асмр-стрима с разными акцентами. Вообще нормально. Ну, пожалуйста, собака. Бля, нормально, вообще качает. Реальные призы? Да ладно. Гарантированно 100% ты выиграешь. Да, я знаю. Спасибо, блин. Слава богу, что есть такие сайты, да, доблестные, честные. Ты просто, там же вообще ничего в этой жизни не надо, кроме того, что сидишь на сайте, да? Крутишь рулетки всякие, и тебе 100% выигрыш будет. Вообще, ты по-любому победишь. АСМР? Бля! Инстаграм.
Ей 8к задонит? Пиздец, ей донатят. Это с одного дня, что ли, 83 тысячи? Охуеть. 50. Охуеть. Может, мне тоже вас так благодарить, что вы мне столько донатили? Там, кто там последний? Настя, Настя. Настя, спасибо огромное, Настя, блядь. Да, дай бог тебе здоровья, Настя, дай бог тебе здоровья. Настя, господи, спасибо. Кто там до тебя? Саша, Саша. Саша, спасибо огромное, Саша, спасибо за донат. Спасибо, Саша, спасибо за донат. Спасибо, Саша, господи. Дай бог тебе здоровья. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ссылка на ТК также будет в описании. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск, вы будете ждать еще третьей части. Всем удачи!